И последнее. Сделать этот жаркий день еще приятнее решили тюменские морские пехотинцы. На городской набережной они дарили женщинам цветы и медицинские маски. Так представители Союза морских пехотинцев Тюменской области отметили День авиации Военно-морского флота России. Они почтили память летчиков и напомнили представительницам прекрасной половины человечества о необходимости беречь свое здоровье. Решили совместить приятное с полезным, подарить, во-первых, в такой теплый день подарить милым дамам цветы и напомнить им о необходимости соблюдения режима. Приятно, неожиданно, рада, конечно. За время проведения акции раздали 100 бутонов роз и столько же упаковок одноразовых масок.